Подкатывайте к ним. Подкатывайте. Привет, Егор, привет. Как у тебя там дела? Как дела, дедушки? Ты завтра, и ты вчера, получается, не была, да, в эфире? Нет, не была. Позавчера была. Все супер, молодец, умничка. Молодец. У меня тоже все хорошо, все супер. Как тебе погодка наша, Леонидова? Правильно сделала. Он мне все равно не нравился. Wow, so beautiful, thank you. Была бы я, врезала бы еще сильнее. Нельзя так поступать, сегодня нельзя. Погода, конечно, капец. Не снесло там тебя еще. Мне хорошо, я не ухожу вообще на улицу. Я вчера вышла, мне этого вполне достаточно было. Какое-нибудь дерево в голову, блин, прилетит. Конечно, нельзя. Правильно. Нет, общение только здесь, в ТикТоке, именно в эфире. Больше я ни на что не отвечаю. Я на машине всегда. Молодец. Молодец, умничка. Сейчас опасно по улице ходить вообще. Такой ветер, ужас просто. Hi, hello. Hello, hello, I'm very good. Thank you guys, how are you? I live in Minsk. Лиана. Мне нравится, что супер классные погоды. Сентябрь было просто вау, как тепло. И тут чисто вот октябрь, и просто ветер, просто меняется резко погода. Еще говорят, передают завтра снег. Лиана. Ассаламу алейкум. How are you? I'm very good, thank you. How are you? И сами что-то кажется, когда говорю how are you, типа how are you. Я не могу. Минус тут. Лиана. Что ты тебе так прорвало? I'm good. Where are you from? I'm good. Where are you from? I'm from Belarus. Where are you from? Hi. Hello. Привет, Денис. Привет. Hi. Hello. Здравствуй, здравствуй. Hello, beautiful girl. Hello. Еще пару раз похлопаешь, пойдешь в черный список. I'm from your heart. Какие у меня ребята есть, романтики. Почти не заметила. Сказала привет. Почти не заметила. Сложно. Угрозы. Слышишь, ты тоже полетай немного, феечка моя, и тоже куда-нибудь полетишь. I'm very good. Что? Сучка повелась. Ты как солнышко, спасибо, приветик, приветик. Я из Беларуси.
из Минска. А ты? Hello, hello. Я из Москвы. Очень приятно. Так хочу в Москву, капец. Хочу, вот, может быть, в ближайшее время съездим. Ну как в ближайшее время? Может быть, к Новому году. А еще чуть-чуть. Пьяно. Спасибо. Спасибо. Thank you. Thank you for present. Нет, спасибо, спасибо за приглашение. Как-нибудь сама на своих двоих. Thank you very much. Thank you, guys. Меня зовут Диана. Очень приятно. Hi, hello. Очень приятно познакомиться с вами. You from... Лиада. Учи, кстати, английский, да, со мной? Сиди так, запоминай. Thank you for rose. Thank you. Thank you for present. Thank you very much. Thank you. Thank you, my dear. Thank you. Thank you very much. Thank you, my friend. Ты, в принципе, по базовым выражениям можешь хотя бы что-то уже понимать. И тебе будет проще, когда ты зайдешь в прямой эфир. Ты уже будешь так ориентироваться немного. Но, в принципе, все, что мне пишут на английском языке, все, я понимаю. А ответить не всегда могу. Ну, как бы, конечно, еще недостаточно настолько сильно прямо в английском языке, но стараюсь как-нибудь ответить. Из только Лиана. Скоро опять поеду моделью на макияж. Опять будут меня красить. Молодец, Лиан. Хорошо, что хоть это ты знаешь. Все, что тебе нужно, в принципе, ты знаешь. I speak English or Russian, but I understand you because I translate.